случается, Елена Ивановна? Совсем плохи сборы в театр. Но меня ждут в Саратове, в Ростове. Ну, сделайте остановку. Сыграйте несколько спектаклей в нашем городе. Поднимите сборы, вы выручите меня, всю труппу. Ну, ну, согласитесь, Елена Ивановна. Не знаю, право. Хотела я проехать мимо этого города. Ну, хорошо. Я согласна. Благодарю вас. Благодарю вас, Елена Ивановна. Носильщик! Носильщик! Опоздал, о чем весьма сожалею. Но ведь Мухобоев почтенный человек. Ведь он городским головой хотел быть. Он-то хотел, да. Общество захочет. Да, но ведь это два билетажа и кресло в бенефис. Он теперь в театр не заглянет. Да, мы собираемся писать письмо Мухобоеву, что мы не знаем и нашим товарищам не признаем. И будем требовать у антрепренера его увольнения. Я не хочу, чтобы Незнамов служил вместе со мной. Да вы-то что так уж очень на него гневаетесь, мое очарование? Ах, он невозможен. А какие вещи он говорит женщинам, просто невыносимо. Обижает вас. Небылицы выдумывает. Ну, положим, и не выдумывает. А зачем? Кто его просит? Он моложе всех в труппе, ему ли учить? Еще совсем мальчик и такой раздражительный. Раздражали его? Так он и стал раздражительным. А ему самому жизнь сладка ли? Спросите. Скажите, что это за Незнамов? И что это за история, о которой так много говорят за кулисами? Я могу изложить вам кратко его биографию, как он сам мне передавал. Ни отца, ни матери он не помнит и не знает. Рос и воспитывался где-то далеко, в доме каких-то бездетных супругов из мира чиновников. Обращались с ним хорошо. Хотя не без того, чтобы иногда под сердитую руку не попрекнуть его незаконным происхождением. Так он прожил лет до 15. Потом начались страдания, о которых он без ужаса вспомнить не может. Чиновник умер, а вдова его вышла замуж за отставного землемера. Пошло бесконечное пьянство, побои, драки, от которых прежде всего доставалось ему. Его прогнали в кухню, иногда его по ночам выталкивали из дому, а иногда от побоев и брани он и сам уходил. Наконец, в одно прекрасное утро его совсем прогнали из дома.
когда он пристал какой-то бродячей труппе и стал переезжать с антрепренером из города в город под вечным страхом, что полиция каждую минуту может его отправить обратно на родину. Как его зовут? Григорий. Григорий? А много ли ему лет? Лет 20. Не больше? Никак не больше. А почему это вас так интересует? Так, некоторое совпадение. Елена Ивановна, начали акт. А что касается сегодняшней истории, то это дело обыкновенное. Один из наших почтенных обывателей, некто Мухобоев, так увлекся вашей игрой, что запил с первого акта. Стал шуметь в буфете, приставать ко всем. Тут случился Незнамов. Он и к нему стал приставать. Незнамов, чтобы отвязаться, хотел уйти. Тогда Мухобоев стал ругаться. Я, говорит, ему честь сделаю, хочу с ним выпить, а он какой-то подзаборник еще смеет отказываться. Что такое подзаборник? Ребенок брошенный, подкинутый к чужому забору. Как-то глупо. Неужели еще находятся люди, которые позволяют себе подобные выходки? И счастью, много их находится. Госпожа Крутинина, пожалуйте на сцену. Вслед за такой обидой началось должное возмездие. Из почтенного Мухобоева Незнамов сделал что-то вроде отбивной котлеты. И вот теперь Незнамову грозит беда. Он и в труппе-то держится благодаря снисходительности губернатора. Опять этот Незнамов? Ну, доволен. Выслать. Миледи, какой злой дух привел вас сюда? Неужели только смерть сына привела вас к тому, кого вы всю жизнь чуждались? Прощает меня, сын мой. Зачем ты должен умереть теперь, когда сердце мое смягчилось, когда я могу любить тебя? Свободное место у его ног. Да, у его ног. Для меня, его матери, которая скоро, скоро последует за ним. Тоже. Разве мало брани слышим от приезжающих? А мы при чем тут? Коли хозяин без понятия. И до вашего хозяина дела нет. За наш город стыд. Где-нибудь в другом губернском городе будет, Елена Ивановна, говорить, что и поместить-то, и принять-то не сумею. Так я вам пришлю салату и цветной капусты. Подавайте только одной Елене Ивановне. Вызови ко мне повара. Thank you.
уже здесь. Ну да, конечно, где же вам и быть? Позвольте вам доложить, Нина Павловна, что вы напрасно гневаться изволите. Я даже обязан быть. Скажите, пожалуйста, обязан? Зачем это, позвольте вас спросить? Приехала известная артистка. Она первый раз в нашем городе. Никого здесь не знает. Я как представитель здешней интеллигенции. Ах, оставьте глупости. Какая интеллигенция? Просто появилась новая юбка в городе. Вот вы и растаяли. Ревнуете, бесценная моя? Ревновать? Вас? Не смешите, пожалуйста. Мне просто стыдно за вас. Как увидите женщину, так и губы распустить. Противность какая. Подожди, любезный. Вы здесь остаетесь? Ну вот вам полчаса сроку. Впрочем, и честь это часа довольна. Потом заедете за моими ботинками в магазин и в кондитерскую за конфетами. И в 12 часов, чтобы у меня. Ни раньше, ни позже, слышите? В 12 часов. Если вы опоздаете хоть 5 минут, то дверь будет заперта для вас. И надолго? Навсегда. Нет. Я с вами заболталась, а меня там Миловзоров дожидается. Без провожатых не можете. Вы ж не ревность ли? Вот еще новости. Ведь он у нас первый любовник в театре. Мы с ним каждый день в любви объясняемся. Пора бы вам привыкнуть. Пускай бы он вашим любовником только на сцене оставался. Вы в провожатые лучше комиков берите. С ними веселей. Это вам веселье-то нужно. Вы только пустяками и занимаетесь. А я женщина серьезная. Петя! Сейчас, сейчас, Нина Павловна. Да. После спектакля губернатор зашел на сцену поздравить с успехом. Вот тут-то Кручинина и стала просить за Незнамова. Губернатор сначала не соглашался, мамочка. Хотел выслать Гришку из города. Говорил, следует его проучить. Ну, а потом согласился оставить дело без последствий. Петя! Иду. Да, кабы не Кручинина, странствовать бы тебе, Гришка, опять. Поблагодарите Кручинину, Незнамов, что вы с нами. Да оставьте вы меня все в покой! Пойдем. Чего? Чего вы боитесь? Не бойтесь. Я ваш собрат по искусству. Или лучше сказать, ремеслу. А как вы думаете, по искусству или по ремеслу? Как вам угодно. Это зависит от взгляда. Вам, может быть, угодно считать свою игру искусством? Мы вам этого запретить не можем. А я откровеннее. Я считаю свою профессию ремеслом. И ремеслом довольно низкого сорта. Вот, рекомендую. Артист
Шмага. Комик в жизни и злодей на сцене. Да вы не подумайте, что он играет злодея. Нет, это не его амплуа. Он играет всякие роли. И даже благородных отцов. Но он все-таки злодей для всякой пьесы, в которой он играет. Ваница Шмага. Что вам угодно, господа? Нам угодно поговорить с вами. Но, разумеется, вы сейчас же нас можете выгнать вон. Вы на это имеете полное право. Нет, зачем же? Прошу, господа. Сядем. Не всегда нас так учтиво принимают. Дело, собственно, касается меня. Но я предоставлю говорить Шмаге, потому что он красноречивее. Мы слышали, что вы говорили с губернатором. Да, я говорила. Позволь, позволь. Но какое же вы имели право просить за Гришку? Ведь он же вас в адвокаты не нанимал. Но мне говорили, что господину Незнамову грозит. Ну так что же, вам-то что за дело? Но если я имею возможность избавить кого бы то ни было от неприятности... Счастливить людей, благодетельствовать. Нет. Благодетельствуйте кого угодно, только не артиста. Артист! Горд! Что ж делать? Извините. Я поступаю так, как велит мне моя совесть. Оправдывать себя я не нахожу нужным. Думайте обо мне все, что вам угодно. Я же предлагал вам прогнать нас. Нет, зачем же? Я и теперь вас не прогоню. И обид, и оскорблений, и всякого горя я имела в жизни довольно. Мне не привыкать. Мне теперь больно и в то же время интересно. Говорите. Говорите все, что вы чувствуете. Да. Я говорить буду. Вот вы уж и жалуетесь. Уж вам и больно. Но ведь вы же знали и другие ощущения. Вам бывало и приятно. Так отчего для разнообразия не испытать и боль? А представьте себе человека, который со дня рождения не знал другого ощущения, кроме боли, которому всегда и везде больно. У меня душа так наболела, что мне больно от всякого взгляда, от всякого слова. Мне больно, когда обо мне говорят, дурно ли, хорошо ли, это все равно. А еще больнее, когда меня жалеют. Когда мне благодетельствуют, это мне нож острый. Одного я только прошу у людей, чтоб оставили меня в покое, чтоб забыли о моем существовании. Я этого не знала. Ну так знайте, и не расточайте ваши благодеяния так щедро. Будьте осторожны. Я понимаю, что благодетельствовать очень заманчиво, особенно если вас все осыпают любезностями. Но иногда можно наткнуться и на неприятность. Я это знаю. И все не унимаетесь. Странно. А то уняться не мешало. Ну вот что, господа. Я выслушала вас терпеливо. В том, что своей услугой я сделала вам неприятность, я извиняюсь перед вами. Но, господин Незнамов, вы очень дурно воспользовались моей снисходительностью.
Вы могли говорить только о своем деле. А вы позволили себе обсуждать мои поступки. Вы еще очень молоды. Вы не знаете жизни. Вас окружали с детства. Да и сейчас окружают люди. Далеко не лучшие. Хороших людей вы не видали. И среди них не жили. Вы видели жизнь только... из подворотни. Я не то хотела сказать. Отчего же? Так лучше. Вернее. Да все равно. Не в словах дело. Я больше вас жила на свете. И знаю, что в людях есть много благородства, много любви, самоотверженности, особенно в женщинах. Есть такие, которые не разбирают, по чужой или по своей вине человек страдает, и которые готовы помогать даже людям. Вы ищете слово, а вы не церемонитесь. Договаривайте. Даже людям безнадежно испорчен. Вы ничего этого не видали? Не случалось. Очень жаль. Вы знаете, что такое любовь? Из романов знаю. А вас любил кто-нибудь? Как вам сказать? Настоящим образом? Нет. Меня нельзя любить. Почему? А за что же любить человека, безнадежно испорченного? Можно и такого любить. Ну, довольно. Вы сейчас раздражены, расстроены. Ну, пойдите, успокойтесь. И подумайте о том, что я вам сказала. Ну, Шмага, пойдем. Мы свое дело сделали. Пришли и нагрубили хорошей женщине. Чего еще ждать от нас? Грубить – это твое дело. А я человек деликатный. Что такое был наш разговор? Это только прелюдия. А серьезное будет впереди. Я поведу разговор в минорном тоне. Только мне хотелось без свидетелей. Нет, ты говори при мне, а то я тебя знаю. Мадам. Мы пришли к вам в гостиницу для того, чтобы объясниться с вами по делу вам известному. Но вы были заняты. Ну, конечно, увлечение молодости, буфет, бильярд, соблазн. И при всем том, недостаток средств. Вам, конечно, известно, что такое бедный артист. В общем, мы задолжали в буфете. Не беспокойтесь, я велю заплатить. Да? Мерси. Иначе быть не могло. Вам и следует заплатить. Вы же не виноваты, что вы не могли нас принять. Не в передней же нам ждать. Артисты. Наше место в буфете. Ну, поговорим и будет. Пойдем! Но и дальнейшее наше существование не обеспечено!
Вам стыдно за вашего товарища? Нет. За себя. Ну зачем же вы дружите с таким человеком? А где же я в моем звании других-то возьму? Скажите, он всегда в таком пальто ходит? Да, вот как вы его видели. Весь гардероб его тут. Пожалуйста, передайте ему от меня. Нет, 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 не надо. Он их пропьет сейчас же. Нет, не надо. Ну уж это как он хочет. Да, вот что я вас попрошу. Да. Купите ему пальто, готовое, потеплее. Деньги сколько нужно, я заплачу. Вы потрудитесь? Да тут и труда-то нет никакого. До свидания. Позвольте мне у вас руку поцеловать. Но если вы чувствуете ко мне отвращение, так скажите прямо. Да нет же. Ведь в сущности я дрянь. Да еще подзаборник. Не говорите этого слова. Я не могу его слышать. Что вы? За что? Извините. Чем балуете меня, Нил Стратонович? Мне просто совесть. Что такое эти безделки? О них не стоит и говорить. Это очень малая плата за то счастье, за то наслаждение, которое вы доставляете нам своим талантом. Как вы вчера играли? Как верно передали чувства матери. На то я актриса, Нил Стратонович. Да, ну, чтобы так верно представить, нужно прочувствовать, пережить. Если не то самое, то хоть что-нибудь подобное. Ах, Нил Стратонович, я столько пережила и перечувствовала, что едва ли какое-нибудь драматическое положение для меня будет новостью. Значит, лавры недешево достаются. Лавры-то потом. А сначала горе до слез. И я была матерью. Я также видела умирающего сына, как леди Микельсфильд, которая вчера играла. Только мой сын, мой Гриша, умер еще ребенком. Ну вот, я вас и плакать заставил. Извините, пожалуйста. Ничего, ничего. Как же это случилось? Извините, что я
вызываю вас на откровенность. Я не боюсь быть с вами откровенным. Вы такой добрый. Это случилось вот как. Мне сказали, что мой сын захворал. Я бросилась к нему, но застала ребенка уже без признаков жизни. Я кинулась его обнимать, целовать и упала без чувств. А к вечеру у меня открылся сильный дифтерит. Я прохворала месяца полтора, когда моя тетка, единственная моя родственница, увезла меня в деревню. Там я, наконец, получила письмо, где меня извещали, что мой сын умер. Письмо это было написано давно, но его от меня скрывали. А дальнейшая ваша жизнь? Она представляет мало интереса. Мы с теткой много странствовали. Жили и за границей. Потом тетка умерла, оставила мне значительную часть своего наследства. Я стала довольно богата и совершенно независима. Но от тоски не знала, куда деться. И пошла в актрисы. Играла я больше на юге. И в этой стороне не была ни разу. А ведь я родила... Теперь заехала сюда случайно, вспомнила свою юность. Вы давно уехали отсюда? Ровно 17 лет. И не встретили никого из знакомых? Господин Муров, вы его прежде не знали? Разбогател страшно, важным барином стал. Один из главных заправил губернии. Куда вы, Елена Ивановна? Я очень благодарна вам, Нил Стратонович. Но я очень устала. У меня завтра спектакль. Мне отдохнуть нужно. Уделите мне еще хоть полчасика. Не могу, Нил Стратонович. Не могу. Григорий Львович.
что ты так поздно стал приходить ко мне. Как будто ты боишься кого. Разумеется, я же не хочу, чтобы про тебя дурно говорили. Да ведь уж не скроешься. И так все намекают. Когда барышня Григорий Львович женится на вас? А лучше бы не прятаться, а все эти толки прекратить. Чего бы лучше? К сожалению, это пока, Люба, невозможно. Почему? Невозможно. Маменька не соглашается. Я должен жениться по ее выбору. Ну? Что же ты? Что же ты? Ах, не спрашивай меня, пожалуйста. У меня голова идет кругом. Ну, ты пойми же, что мне нужно знать, наверное, твои намерения. Я не могу сомневаться в тебе. Ты должен каждую минуту помнить, что у нас есть сын. Он уж понимать начинает. А он врозь со мной. Он у чужой женщины. Я измучилась. Ночи не сплю. Ты бы поглядел на него, полюбовался. Ты так редко видишь нашего Гришу. Да-да, конечно. Разумеется. А что, Люба, если вдруг ребенок останется без отца? Как без отца? Ах, боже мой, все может случиться. Меня могут разбить лошади. Потом на железной дороге может что-нибудь случиться. Что за разговор, помилуй? Что, ты сегодня пришел мучить меня, что ли? Люба! Я должен сообщить тебе еще одну неприятную новость. Мы должны расстаться на время. Зачем? Я еду. Едешь? Куда же? В Смоленскую губернию, а потом в Петербург. По делам. Надолго? Я еще сам не знаю. Месяца на два, я думаю. А может быть, даже больше. Я уже отпуск взял. Когда же ты отправляешься? Сегодня. Ночью. Прощай, Люба. Погоди. Вспоминай обо мне почаще. Непременно, непременно. Возьми этот медальон. Носи его постоянно. Тут волосы нашего Гриши. Он будет напоминать тебе о нас. Изволь, изволь. Ну, прощай. Поезжай с Богом. Ну, довольно, довольно. Кто-то подъехал. Подруга моя, Шилавина. Это ее тройка. Ах, как это неприятно. Ну что за беда? Что ты так тревожишься? Я не хочу, чтобы она меня здесь видела. Она такая болтливая. Разве ты ее знаешь? Мне говорили, я слышал. Ты можешь она тратить дома? Она идет. Я уйду в ту комнату. Я не понимаю. Венчаться мы будем в имении. После свадьбы сейчас же в Петербург. Он туда переходит на службу. Ну, я молода, хороша собой. Посмотри, каких мы делов наделаем. Твой жених чиновник? Да, чиновник. А где он служит? Право не знаю. Хочешь, я покажу тебе его? Со мной карточка. Покажи. Кажется, я ее в муфту засунула. Вот он. Измялся немножко.
Иван, дома я или нет, господина Мурова не принимать никогда. Бедным пред родиной своей. Виновная, что так любила страстно, что я в бреду любовном все забыла, семью свою, богов и женский стыд. Виновная, что верила я клятвам вот этого пришельца молодого. Не знала я, что он богов всех свергнет, перед которыми так страшно от нас!
Жан-Сиум, Жан-Сиум. Затвори дверь! Словно помешались все. И что особенного в этой крутине, чтобы так бесноваться? Я тебя спрашиваю, что в ней особенного? Тонкая французская игра. Дурак! Ну, разве уж я не могу иметь своего мнения? Конечно, не можешь, потому что ты ничего не понимаешь. Это просто не по-товарищески. У вас есть своя актриса, которую вы должны поддерживать. Вы ни меня, ни моего отношения ценить не умеете. А ты-то, кажется, должен бы. Ну, а друг мой, но я очень чувствую ваше расположение. Я тебя и манерам-то выучила. Что такое ты был на сцене, цирюльник? Ну, зачем же такие выражения? Ведь это резко, друг. Подебрать от меня! Костемерша! И достать из всего, что она притворяется, скромность на себя напускает. Скромностью не отнять нельзя. Уж ты про ее скромность кому-нибудь другому рассказывай, а я ее похождения очень хорошо знаю. Я тоже знаю. Что ж ты знаешь? Да, вероятно, то, что и вы мне, Нил Стратонович, рассказывал. С меня клятву взял, что буду молчать, а сам всем рассказывает. Да ведь это давно было, а после этого она... Что после этого она? Ты меня выведешь из терпения. Неужели вы все так глупы, что ей верите? Это смешно даже. С какой-то барыней ездила за границу, и та ей оставила состояние. Ха-ха, какой чурбан этому поверит. С барином, а не с барыней. Вот это похоже на дело. Говорят, она много добра делает. Для разговору. С деньгами-то можно себя тешить. Она вон и за незнамо упросила. А спроси ее для чего, так она и сама не знает. Она-то вот уедет. А нам тут оставайся с этим сахаром. Жаль, что рано уезжает. А то он ей показал себя. Да это можно и теперь. У меня со вчерашнего дня мысль в голове сидит. Только положиться на вас ни на кого нельзя. Ну, зачем же такие слова, друг мой? Я для вас все, что угодно. Ну, смотри же. Честные слова? Благородные. Самые благородные. Я хочу попросить Нил Стратонча... Можно войти? Отойди. Ну, конечно, можно. Что за вопрос? Здравствуйте, Нил Стратонович. Как ваше здоровье, моя прелесть? Я-то здорова. А вот вам бы, Нил Стратонович, с доктором посоветоваться не мешало бы. Что так? Я никакого изъяна в себе не замечаю. Ну, я боюсь, вы окончательно с ума сойдете. Не болят руки-то? Понимаю. Да ведь уж и игра. А вы, красота моя неоцененная, не извольте гневаться. Я люблю изящный во всех его видах. У людей со вкусом отношение к изящному совсем другое. Особенное. Совсем не то, что к живой красоте. Тут ревность неуместна. Да кто вам сказал, что я ревную? А хотите, я вам докажу противное? Доказывайте мое блаженство. Это вы восхищаетесь Кручининой. Подаете ей венок, собрали денег на подарок. Вы думаете, все это ей нужно? Всего этого она видела много. А вот догадки-то у вас нет. Как на прощание доставить ей удовольствие. Чтобы вам завтра у себя вечер устроить и пригласить ее. Только чтобы общество было избранное. Вы пригласите кого-нибудь из знакомых, а артисты, это уж наше дело. Нравится вам моя мысль? Вот это идея. Похоже, это на ревность. Какая ревность? Это идея. Мерси, мое сокровище. Как это? Женский ум, женский ум. Лучше всяких дум. Вот что правда, то правда. Я полагаю, Петя, что мы неблагодарны. Мало мы у женщин ручки целуем.
Все пожалуйте ко мне на дачу. Пригласим и незнамого. Подпоим его хорошенько, а там стоит только завести его, и пойдет музыка. Незнамов, пожалуй, не пойдет, Нил Стратонович. Как-нибудь я его умаслю. Женский ум. Женский ум. Лучше всяких дом. Ну еще! Смерть злодейки! Громче! Смерть злодейки! Хорошо, ребята, молодцы! Да я не нянька его. Да вы ж такие неразрывные были. Мало что на свете не бывает. Мужья с женами расходятся, не то что друзья. Вот чудо-то. Какая кошка между вами побежала? В убеждениях не сошлись. Не смешите. Какие у вас, незнамом, убеждения. В самом деле, Шмага, что-то я у тебя прежде убеждений не замечал. Напрасно. У меня убеждения есть твердые. Вчера, сверх всяких ожиданий, на деньги очутились, так бешеные набежали, с ветру. Да-да, видим, видим, что ты в обновке. Убеждение мое такое, что их нужно пропить непременно поскорее. Чем же это не убеждение? Вот я и убеждал Гришку отправиться со мной в трактир. Ну, в собрание веселых друзей. Но мои убеждения не подействуют. Отказался? Неужели? Да это он сказки рассказывает. И не только отказался, оскорбил меня словесно и чуть-чуть не нанес оскорбление действием. Спасибо Бог помиловал. Да что с ним сделал? Ну, просто нить в жизни потерял. Ну, какую нить? Какую нить? У всякого своя нить. Вот ты любовник и на сцене, и в жизни. Но, ты. Вот ты свою нить и тянешь, а нам нужно было свою тянуть. Гришке по заведенному порядку. Нужно в трактир идти, а он за философией. А от философии до человека нападает тоска. А хуже тоски ничего в жизни не бывает. Странно. Что, его сгладили, что ли? Сгладили. Тоже. Приезжий знаменит. Это надо принять к сведению. Примем. Кричи, народ! На сцену! На сцену! Скорей! Скорей! По местам, господа! По местам! Начинаю! Никогда при вас и не состоял. Я такого счастья удостоен не был. Ну, кто ж виноват? Ведь вы сами не хотели. Нужно, чтобы вы сами. Я в эту должность не гожусь. Это уж его дело. Что же вам угодно от меня? Вы такой милый. Давно ли? Говорите прямо. Уже не знаю, как начать. Я вас боюсь. Нил Стратонович звал нас завтра на вечер. Ну так что же? Мне-то что за дело? Нет, боюсь. Право, боюсь. Проводите меня туда. Останьтесь там весь вечер и отвезите меня домой. Ну, решайтесь же. Какой тюлень. Ну а что такое вы выдумываете? Ну, голубчик, ну, милый, ну, Гриша, ну, сделай это для меня. Что вы?
От души, голубчик, от души. А он-то, ведь он-то у вас постоянный. Он уж надоел мне. Ну что ж, извольте. Только ведь там скучно. Я стараюсь развлечь вас. Гриша, выход не пропусти. Ты ему распиши Кручинину-то. Что тебе ее жалеть-то? Да тут уж, милый мой, вертеться нечего. Я должна знать, наверное, друг ты мне или враг. Да с ним как-то говорить, ты немножко страшно. Ну уж это твое дело. Да как же ты осмеливаешься играть драматических любовников, когда ты боишься пожертвовать собой хоть раз в жизни для меня? Пошли, пошли, пошли. За все. За все. Ну хорошо, хорошо, мой друг. Ты здесь, изменница! Скажи, пожалуйста, что такое завтра у Нила Стратоновича? Ничего особенного. Будет бомо и артисты. Все свои люди. Кручинина будет. Кручинина? Да. А что ж такого необыкновенного? А как ты думаешь? Кручинина обыкновенная женщина или нет? Актриса. Вот все. Да, актриса обыкновенная. Но публике нравится. А тебе? Говорят, Сара Бернаро лучше. Говорят. А сам-то уж ни глаз, ни смысла не имеешь. Ну так я тебе скажу. Она и артистка необыкновенная, и женщина необыкновенная. Ну, артистка, пожалуй, а женщина? Что женщина? Ну, договаривай. Такая же, как и все. Ведь ты меня знаешь, я на похвалы не очень щедр. А тебе я вот что скажу. Я только раз с ней поговорил, все наше ухарство, молодечество показались мне так мелки и жалки. И сам я себе показался таким ничтожным, что хоть сквозь землю провалиться. Вообще мы при ней и разговаривать не должны. Нет, я со всеми развязан. Замолчи. Ты не знаешь, почему Кручинина так скоро закончила свои гастроли? Да так, открылись кое-какие обстоятельства. Старые грешки. Я тебе приказываю говорить об этой женщине с уважением. Слышишь? Я бы рад говорить с уважением, но ведь всех молчать не заставишь. Я повторяю только то, что говорят все. А ты скажи всем, что я обижать ее не позволю. Что я за нее... Что? Прибьешь, да? От тебя только этого и жди. Нет, не побью, а убью до смерти. Знаешь?
Знаешь, мамочка, с тобой просто нет возможности разговаривать. Нет, не спрашивай. Нет, нет, я просто уйду. Нет, постой. Ты начал? Так договаривай. Только говори правду. Ну вот, мамочка, ты сам заставляешь, а начни нет, говорить, нет, нет. Ты опять. Нет, 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 говори. Говори, говори. Я должен знать все. От этого зависит... Нет, не поймешь ты, вот чего я боюсь. Ведь я круглый сирота. И вдруг я встречаю участие, ласку. И от кого же? От женщины, которой слава гремит, с которой каждый считает за счастье хоть поговорить. Поверишь ли ты? Поверишь ли? Я вчера в первый раз в жизни видел ласку матери. Ласку матери? Но вот в этом-то ты как раз и ошибаешься. Ласку матери ты можешь искать где угодно, только не у нее. Что? Ее главным образом и обвиняют в том, что она бросает своих детей. Как бросает? Так. Вот здесь, в городе, много лет тому назад, она бросила своего ребенка на произвол судьбы и уехала с каким-то барином. Да говорят, это было с ней не один раз. А кто же ее обвиняет? Да все, мамочка. Да чего лучше, спроси у Нила Стратоновича. Он говорил с ней об этом предмете. И она ему сама во всем призналась. Постой, постой, это невозможно. Нет. Да это на нее и не похоже. У нее в голосе, в разговоре, в манере такая искренность, такая сердечность. А ты растаял. Актриса, хорошая актриса. Господин Новозоров! Петю, друг! На выход! Ну, скорее, ну, Петю, на выход! Ну, скорее! На сцене. Там за хорошее притворство деньги платят. А играть в жизни за это казнить надо. Актриса! Честь имею представиться, Муров Григорий Львович. Я неоднократно заезжал к вам в гостиницу, но не имел счастья застать вас. Говорить о том впечатлении, которое производит ваша игра на зрителей, я не стану. Это вам и без меня известно. Но
Но я поражен еще необыкновенным сходством, которое вы имеете с одной женщиной. Мне когда-то знакомый. Когда смотришь на вас, или надо не верить глазам своим, или, извините, нельзя удержаться от вопроса. Спрашивайте. Вы, Любовь Ивановна, Отрадина? Да. Я Любовь Ивановна Отрадина. Откуда вы явились? Где вы были до сих пор? Что делали? Я так полагаю, что вам этого ничего знать не нужно. Потому что вас это нисколько не касается. Но откуда у вас это имя? Зачем вы явились сюда под чужой фамилией? Я поступила на сцену и переменила фамилию. Это обыкновенно так делают. Вы кончили ваши вопросы? Вы хотите прекратить разговор и указать мне дверь? Нет, я жду, пока вы кончите спрашивать. Я кончил. Теперь я вас спрошу. Где мой сын? Но ведь я уж вам писал, что он умер. Разве вы моего письма не получили? Нет, получила. Но вы меня обманули. Он выздоровел. И в то время, как вы писали об его смерти, он был жив. Зачем вы меня обманули? Я боялся. Вы вернетесь. Пойдет разговор. Может дойти до моей жены. Но это все равно дело кончено. Куда вы дели моего ребенка? Говорите только правду. Я сама кое-что знаю. Мы нашли очень хороших, достаточных людей. Я им передал сына своими руками. И, отдавая, надел тот медальон, который вы мне оставили. Так он цел? Он у него? Да. Они обещали мне не снимать с него медальона. Что же дальше? Они его растили, учили, воспитывали, а сами богатели. Расширили свою торговлю, выстроили себе дом. Я уж хорошенько не помню где. Не то в Сызрани, не то в Самаре. Нет, кажется, в Таганроге. И переехали туда на житье. Давно это было? Лет 8 тому назад. А потом? Вы имели о нем сведения? Нет. Фамилия этого купца? Это я уже забыл. Не то Иванов, не то. Нет, забыл. Впрочем, если вам угодно, я могу собрать справки и передать вам. Но ведь вы же завтра будете у Нила Стратоновича. Да, буду. Соскучились у нас, Елена Ивановна? Не надоело вам? Да где же веселее-то? Везде одно и то же. Но мне все-таки надо скорее уезжать. Но почему же? С
слишком много волнения. Что случилось? Оказалось, я была обманута. И когда мне писали, что мой сын умер, он был жив. Он выздоровел. Его отдали кому-то в приемыш. Кому же? Никто ничего не знает. Ничего не известно. С ума можно сойти. А вы положитесь на судьбу, Елена Ивановна. Коли суждено вашему сыну найтись, так он найдется. Когда они вошли, месяц был совершенно очарователен. Господа! Ну что же вы удаляетесь от общества? А вы что, надувшись, сидите? Отчего к нам не идете? А зачем я вам понадобился? Кручинину уже два раза о вас спрашивала. Она очень хорошо о вас отзывается. Находит, что у вас талант есть и много души. Душа-то у незнамого есть, это правда. А вот я хотел бы знать, есть ли у вас душа, Нина Павловна? Это что еще за глупости? Я согласен, что меня, актера Шмагу, можно в порядочный дом не пускать. Ну, не пускайте. Я не обижусь. Но если пустили, а тем более пригласили, вы обязаны знать мой образ жизни и мои привычки. Вот если у вас есть душа, Нина Павловна, распорядитесь. Понимаю, понимаю. У меня есть душа, я уж давно распорядилась. Я затем сюда и пришла, чтобы пригласить вас. Пришли с таким приятным известием и молчите до сих пор. Ну, хорошо, что я не умер от нетерпения. А то могло бы возникнуть уголовное дело. Гриша, Гриша, пойдем. Брось философию. Ну что нам природа? Лес, горы, поля. Мы же не дикие, мы люди цивилизованные. Ну пойдем. Ну пойдем. Цивилизованный человек. Пойдем в буфет. Ага. Пойдем туда. Куда? Куда влечет меня мой жалкий жребий? Он, кажется, в ударе. Подогрей его хорошенько. Постараюсь. Куда же вы, господа? Бывают в жизни артиста минуты, когда он стремительно спешит к цели, как из лука стрела. Остановить его напрасно. Когда же эти минуты бывают? Когда загремят ножами и вилками и скажут: закуска готова. Позволите побеседовать с вами. Вы имеете что-нибудь сообщить мне? К сожалению, нового ничего.
Можно сказать вам еще несколько слов? Вы позволите? Говорите. За огорчение, которое я вам причинил, я был наказан жестоко. Моя покойная жена сумела сделать из моей жизни непрерывную пытку. Но я все-таки не помяну ее дурным словом. Это наказание я заслужил. После моей безотрадной жизни, когда я снова увидел вас, прежняя страсть запылала во мне. Я ведь не юноша, не преувеличиваю своих чувств и научился взвешивать выражения. Тут только я понял, какое счастье я потерял. Это счастье так велико, что я не остановлюсь ни перед какими жертвами, чтобы возвратить его. Вы победили и имеете право диктовать условия. Я приму их с покорностью беспрекословно. Как горько это слышать. Вы не оценили свежее молодое чувство простой любящей девушки и готовы унижаться перед женщиной, которой душа уже охладела из-за того только, что она имеет известность. Люба, неужели не осталось тебе ни одной искры прежнего чувства? Здесь нет, Люба. Перед вами Елена Ивановна Кручинина. Твое чувство было так богато любовью, так красноречиво. Я разучилась понимать такие слова. Я знал женщину, теперь передо мной актриса. Я буду говорить иначе. Не угодно ли вам посетить меня в моем имении? Не угодно ли будет вам остаться там и быть хозяйкой? Наконец, не угодно ли вам стать госпожой Муровой? На все ваши вопросы я вам буду отвечать тоже вопросом. Где мой сын? И пока я его не увижу, другого разговора между нами не будет. Господа, а теперь я предлагаю выпить за знаменитого артиста Григория Лизнаву. Гришка! Гришка! Мы здоровы! Итак, да, и за мое здоровье тоже. Нил Сратонович, скажите, кто он, этот молодой актер? Фамилия его Незнамов. А как вы полагаете, сколько ему может быть лет? Лет 20. А почему это вас интересует? Нет, я так спросил. В нем что-то такое есть. Видно, что он непростого происхождения. Происхождение своего он и сам не знает. Так вы говорите, что ему лет 20? Да, около того. Кручинину одну оставляете. Она, кажется, домой собирается. Как домой? Помилуйте, Лена Ивановна, в кои-то веки дождались такого счастья, что видим вас в нашем обществе, а вы нас покидать собираетесь. Я очень благодарна вам, Нил Сратонович. И с удовольствием бы осталась. Нет, но... нет, без надлежащих проводов мы вас все-таки не выпустим. Господа, пожалуйста, к столу. Господа,
Нил Платонович просил предупредить, чтобы за ужином, пожалуйста, не заводить никаких разговоров о детях. Что такое? Почему? О детях нельзя. А совершеннолетних можно? Пожалуйста. Нет уж, Гриша, давай лучше о дедушках и о бабушках говорить. А? Именно. Что за новости? Ужин с особой программой для разговора. А раз ты забыл, мамочка, что я тебе вчера говорил? Понимаю теперь. Первый бокал за здоровье и талант артистки, которая оживила нашу планету. Талант и сам по себе дорог, но в соединении с другими качествами, с умом, сердечной добротой, с душевной теплотой, он представляется нам уже явлением, перед которым должно преклоняться. Господа, выпьем за редкий талант. И за хорошую женщину Елену Ивановну. За ваш талант. Шмак, мы выпьем за хорошую артистку. А за хороших женщин пить дело не наше. Да и кто их разберет, хорошие они или нет? Господа, честь, которую вы мне оказываете, я обязана разделить с моими товарищами. Я предлагаю выпить тост за всех служителей искусств, за всех тружеников на этом благородном поприще, без различия степеней и талантов. Наконец сподобился. За мое здоровье пьют. Ну, теперь уж, Нил Страсонович, я поеду. Мне пора. Нет, куда же? Позвольте. Надо еще тост предложить. И давайте вина. Вы уж мне позвольте сказать несколько слов. Я вас не задержу. Не задержу. Сделать одолжение? Мне будет очень приятно послушать вас. Я надеюсь, что и всем тоже. Конечно, конечно. Господа, я получил позволение говорить, и потому прошу не перебивать меня. Гришка, говори! Не перебивать! Ну, говори, говори, говори! Господа, я предлагаю тост за матерей, которые бросают своих детей. Что вы, перестаньте. Нет. Говорите. Пусть пребывают они в радости и в веселье. И да будет усыпан путь их розами и лилиями. Пусть никто и ничто не напомнит им о горькой участи несчастных сирот. Зачем смущать их покой? Они все, что могли, все, что умели, сделали для своего милого чада. Они поплакали над ним, поцеловали более или менее нежно. И прощай, мой голубчик. Живи, как знаешь. А бывают матери и чувствительнее. Они не ограничиваются слезами и поцелуями, а вешают своему ребенку какую-нибудь еще золотую безделушку. Носи и помни обо мне. А что бедному ребенку помнить? Зачем ему помнить?
когда ему без того каждый напоминает, что он подкидыш, оставленный под забором. А знают ли они? Как иногда этот несчастный, обруганный и оскорбленный, обливает слезами маменькин подарок. Где ты теперь? Откликнись. Ну, урони одну слезу на меня. И легче будет переносить мои страдания, мое отчаяние. Ведь эти сувениры жгут мне грудь. Она приходит в себя. Он тянул свои ручонки и говорил: мама, мама. Я здесь. Мама. Хорошим актером. А фамилия? Ты возьмешь мою фамилию и можешь носить ее с гордостью. Она нисколько не хуже всякой другой.